Желаю всем доброго вечера, кто присутствует на этой лекции. И сегодняшняя лекция будет посвящена вопросам оптимизации работы нейронных сетей с целью их реализации на аппаратном уровне. Для начала рассмотрим разные режимы работы нейронной сети. Обычно нейронные сети могут работать в двух режимах. При этом работа в этих режимах крайне редко переключается между собой. И если это все-таки случается, то это скорее какие-то экзотические случаи. Эти два режима это режим тренировки и режим так называемого инференса. Для тренировки сети нам нужен набор размеченных данных. Например, это могут быть изображения и класс. То есть класс это что именно показано на изображении. Ну на слайде это, например, у нас здесь изображение три класса: это люди, велосипеды и клубника. Далее эти изображения в батчах по несколько штук. Ну батч это собственно набор изображений, то есть вот в таких батчах пропускается через нейронную сеть. Далее ищется отличие предсказаний сети от реальной разметки формируются градиенты и распространяются в обратную сторону ко входам сети. На каждом шаге, соответственно, такого алгоритма у нас обновляются веса и смещение сети, то есть вот эти параметры. И ошибка сети, то есть то, насколько она ошибается с каждым шагом тренировки, становится меньше. Но, ну, по крайней мере, мы хотим, чтобы становилось меньше. И цель всего процесса тренировки это получить вот эти самые веса сети. И эти веса должны быть такими, чтобы ошибка нейронной сети на валидационных данных, то есть на данных, на которые эта нейронная сеть не видела, то есть чтобы вот эта ошибка была минимальной. Когда же мы получили веса для нашей нейронной сети, то есть для нашей модели, то мы можем использовать нейронную сеть с этими весами для классификации каких-то новых изображений. И это как раз происходит вот в этом втором режиме, в режиме инференси. В чем главное отличие этого режима, что веса в нем уже фиксированы и не изменяются в процессе работы. И также мы выполняем в данном режиме только один прямой проход по сети, то есть от входов к ее выходам. То есть мы подаем на входы изображение и получаем на выходах некоторую вероятность, что же именно находится на изображении. И тренировка – это существенно более сложный процесс, нежели инференс. И из-за того, что эти то есть существенно разные операции выполняются, то и оптимизация работы нейронной сетей для этих двух режимов, в общем-то, работает по-разному. То есть у нее разные как бы, методы оптимизации применяются для этого режима и для этого режима. Немного расскажу про устройства, на которых считают нейронные сети. Ну, начнем с процессоров общего назначения CPU, которые производят собственно, основные их производители. Сейчас это Intel и AMD. Оказывается, что эти процессоры на самом деле не очень хорошо подходят для тренировки. И обычно на них, если и тренируют сети, то только какие-то маленькие и на малых задачах. То есть какой-нибудь, допустим, MNIST. То есть с ним CPU справится. Но процессоры часто используются для операции, собственно, инференса. Следующее устройство — это GPU, то есть графические процессоры. При этом для работы с нейронными сетями в большинстве случаев используются графические карты от производителей NVIDIA. Прежде всего это связано с тем, что для них есть доступный софт, именно сделанный для этой задачи в виде библиотек CUDA и QDN. То есть CUDA – это библиотека, которая позволяет просто произвольные матричные какие-то там операции эффективно выполнять на ГПУ. И QDNN – это специальная библиотека, которая сделана именно для расчета нейронных сетей. То есть там основные операции есть, то есть сверточные блоки и так далее. Видеокарты же от AMD, которые тоже популярны, допустим, среди игроков, то есть именно для каких-то видеоигр, они плохо подходят для расчетов на нейронных сетях. То есть сейчас вроде бы появились сборки каких-то основных модулей типа TensorFlow под эти карты, но они достаточно нестабильны и поддерживают лишь часть функционала. Поэтому, наверное, более чем 90% всех тренируемых на данный момент сетей причем как в домашних условиях, так и в облаках, тренируются с помощью ГПУ от производителя NVIDIA. Также ГПУ, естественно, используется и для операций inference. Но тут, соответственно, нет такого дисбаланса в сторону ГПУ, как в случае с тренировкой. Также пару лет назад Google выпустила процессор специального назначения, который называется TPU, сокращение от Tensor Processing Unit. И с третьей ревизии они поддерживают тренировку нейронных сетей. И при этом, по заявлению, как бы, собственно, Google, ну и, в общем-то, это видно по тестам, они в несколько раз быстрее, чем ГПУ, и потребляют при этом меньше энергии. К сожалению, как отдельные аппаратные железки, они, в общем-то, не продаются и доступны только в облаке. Но, например, доступны в том числе и бесплатно. Их можно попробовать через Google Collab и на Kaggle. И или купить время платно на Google Cloud. Также сейчас много кто делает всевозможные ускорители для тренировки нейронных сетей, но они пока не особо на слуху. Но уже на данный момент получили какие-то там невероятные миллиардные инвестиции и в целом, наверное, скоро станут популярны. Ну к таким относятся всякие IPU – это сокращение от Intelligence Processing Unit. DPU, NNP – это Neural Network Processor. Все остальное, что приведено в табличке, используется преимущественно для операций Influence. Это всевозможные мобильные устройства, смартфоны на Android, iOS, одноплатные компьютеры вроде дешевых Raspberry Pi или Jetson Nano, которые производит NVIDIA и которые совместимы с этим самым Raspberry Pi. Какие-то маломощные платы для интернета вещей. Также иногда для расчетов в каких-то случаях используют PLIS и SBIS. Прежде всего из-за малого энергопотребления и высокой скорости работы. И вообще SBIS это, наверное, наиболее быстрый способ считать нейронки. Однако выгодным он становится только при очень больших партиях устройств из-за того, что уходит очень много денег, то есть большие затраты на разработку и производство, собственно, этих СБИС. Как подходит к задаче работы с нейронными сетями, то есть обычный центральный процессор CPU? Вспомним из прошлых лекций, что сверточные слои – это большой набор умножений со сложением. CPU, то есть процессор общего назначения, который основан на архитектуре фон Неймана. Это значит, что Центральный процессор работает с программным обеспечением и памятью как-то так, как показано на рисунке, то есть он берет данные из памяти, считает результат, кладет его обратно в память и так до тех пор, пока полностью не решит поставленную задачу. Главное преимущество центрального процессора, то есть CPU, это гибкость. И благодаря архитектуре фон Неймана вы можете загружать совершенно разное программное обеспечение для миллионов разных целей. То есть центральный процессор можно использовать для обработки текстов, управлять там какими-то ракетными двигателями, выполнять банковские транзакции, ну, в том числе, допустим, классифицировать изображение при помощи нейросети. Но поскольку, собственно, вот этот CPU такой гибкий, оборудование не всегда знает заранее, какой будет следующая операция. То есть пока до тех пор, пока не прочтет следующую инструкцию от программного обеспечения. И CPU нужно хранить результаты каждого вычисления в памяти, расположенной внутри этого CPU, так, это, это так называемые регистры или L1 кэш. И доступ к этой памяти становится минусом архитектуры CPU, то есть и это известно как узкое место архитектуры фон Неймана. И хотя огромное количество вычислений для нейросетей делает предсказуемые будущие шаги. Каждое арифметико-логическое устройство CPU, то есть ALU или компонент хранящий управляющий множителем смотрим, выполняет эти операции последовательно. То есть каждый раз обращается к памяти и в целом это ограничивает общую пропускную способность и потребляет значительное количество энергии. Для увеличения пропускной способности по сравнению с CPU то есть ГПУ использует простую стратегию. То есть, почему бы нам не взять и не встроить в процессор сразу тысячи АЛУ, то есть вот этих арифметикологических устройств. И в современном ГПУ содержится порядка 2,5-5 тысяч вот таких АЛУ на одном процессоре. И это делает возможным выполнение тысяч умножений и сложений одновременно. И такая архитектура хорошо работает с приложениями, которые требуют массивного распараллеливания, то есть такие, например, как умножение матриц, которые применяются именно в нейросетях. И при, тип, то есть типичной тренировочной нагрузке глубинного обучения пропускная способность в этом случае увеличивается в десятки раз по сравнению с CPU. Поэтому на следующий день вот эти графические процессоры являются наиболее популярными архитектурами процессоров для обучения нейронных сетей. Но ГПУ все равно остается процессором общего назначения, то есть который должен все равно поддерживать миллион различных приложений и какое-то произвольное программное обеспечение. А это, в свою очередь, возвращает нас к проблеме узкого места архитектуры фон Неймана. То есть для каждого вычисления в тысячах АЛУ ГПУ необходимо обратиться к регистрам или разделяемой памяти, чтобы прочесть и сохранить промежуточные результаты вычислений. Поскольку ГПУ выполняет больше параллельных вычислений на тысячах своих АЛУ, он также тратит и пропорционально больше энергии на доступ к памяти, и, собственно, сам этот процессор занимает достаточно большую площадь. Когда Google разрабатывал ТПУ, он построил архитектуру, предназначенную для одной конкретной задачи. Вместо разработки какого-то процессора общего назначения был разработан матричный процессор, специализированный для работы с нейросетями. То есть он очень специализированный. ТПУ, соответственно, не сможет выполнять какие-то произвольные операции, то есть, допустим, не сможет обрабатывать банковские транзакции. Но он может обрабатывать огромное количество умножений и сложений для нейросетей с огромной скоростью и потребляет при этом гораздо меньше энергии и, уменьшается, и умещается в меньшем физическом объеме, нежели ГПУ или CPU. Главное, что позволяет ему это делать, это радикальное устранение узкого места архитектуры фон Неймана. Поскольку основной задачей ТПУ является обработка матриц, то разработчикам схемы были знакомы все необходимые шаги вычислений. Поэтому они смогли разместить тысячи умножителей и сумматоров и соединить их прямо физически, сформировав такую большую физическую матрицу. И это называется архитектурой конвейерного массива, или Systolic Array по-английски. В случае с Cloud TPU используются два конвейерных массива по 128 на 128 что в сумме дает более 32 тысяч АЛУ. И все они выполняют 16-битные умножения с плавающей точкой на одном АЛУ. Ну, можно посмотреть на слайде, как конвейерный массив выполняет подсчеты для нейросети. То есть сначала ТПУ загружает параметры из памяти в матрицу умножителей и сумматоров. Затем, собственно, загружает уже, то есть после того, как инициализировали, так скажем, все слои, требуемые для расчета, то мы загружаем данные с памяти. И по выполнению каждого умножения результат просто передается следующим умножителям вот в этом конвейере, так скажем. Поэтому на выходе будет сумма всех умножений данных и параметров. И в течение этого процесса объемных вычислений и передачи данных доступ к памяти совершенно не нужен. Поэтому ТПУ демонстрирует большую пропускную способность при подсчетах для нейросетей и при этом потребляет гораздо меньше энергии и занимает меньше места на кристалле. Немного остановлюсь на методах ускорения тренировки нейронных сетей. Их условно можно разделить на две части. То есть первое это ускорение на аппаратном уровне и второе это ускорение на программном уровне. Сейчас я, соответственно, буду говорить только про то, что реально в данный момент применяется на практике. То есть к ускорению тренировки на аппаратном уровне относится это, во-первых, тренировка сразу на нескольких ГПУ в рамках одного компьютера. Основная проблема здесь сейчас, что количество ГПУ в целом ограничено. Наиболее частой конфигурации это, допустим, 2 и 4. Максимальное число ГПУ, если не ошибаюсь, сейчас порядка 16, может быть, в одном компьютере. Второй вариант это использовать сразу несколько компьютеров для расчета одной задачи. Основные проблемы здесь связаны с необходимостью, во-первых, применения специализированного ПО. А также скорость тренировки может серьезно ограничивать скорость передачи данных между разными компьютерами. И так, к третьему типу, соответственно, оптимизации можно отнести то, что обычно тренируют нейронные сети на переменных типа float 32, однако в последнее время появилась возможность тренировать на типе float 16, что называют half precision. И, соответственно, еще есть тренировка на Mixed Precision, где основная часть вычислений идет на float 16, а часть на float 32. И Mixed Precision применяют из-за того, что Half Precision обычно работает достаточно нестабильно. То есть нам все равно приходится использовать какую-то часть вычислений float 32. Чуть позже я остановлюсь на этом отдельно. Также иногда тренировку тормозит, может тормозить центральный процессор, который не успевает готовить данные для тренировки. Особенно это актуально в мульти-ГПУ режиме. И следующее это что может тормозить тренировку это, допустим, применение обычных HDD, которые плохо справляются с чтением, допустим, большого количества маленьких файликов. Поэтому при прочих равных лучше использовать SSD для быстрого чтения данных с диска. Ну и стандартный путь для увеличения скорости счета – это использовать какие-то последние версии графических процессоров, в том числе из-за того, что на них, допустим, большее количество памяти, большее количество вот этих самых АЛУ, и большее количество памяти, например, позволяет загружать батчи больших размеров, то есть как бы лучше утилизировать, собственно, ваш вот этот графический процессор. А второй тип оптимизации можно вести на уровне программного обеспечения. Первое это методы, основанные на подборе оптимального learning rate. Он подбирается таким образом, чтобы шагать к нашему локальному минимуму как можно большими шагами. То есть в итоге просто наше обучение завершится быстрее. То есть мы быстрее скатимся вот в этот локальный минимум. Второй подход Относительно свежий, заключается в том, что после чтения батча мы используем как бы второй раз уже прочитанные данные. То есть это делается в том случае, если мы не успеваем подготовить следующий батч к тому времени, когда у нас ГПУ освободится, чтобы его принять и обработать. Также есть методы, которые используются сейчас почти всегда. Это выбор более продвинутых оптимизаторов, которые быстрее сходятся, чем стандартный градиент дискент, который мы обсуждали, допустим, на четвертой лекции. Четвертое ⁇ это использование слоев типа batch normalization после сверточных слоев. Но это уже несколько лет как стандарт, то есть это применяется сейчас, в принципе, всегда. И, наконец, это использование более совершенных архитектур нейронных сетей, которые имеют более то есть как бы низкую сложность, но при этом сохраняют высокое качество полученных результатов классификации. То есть вместо того, чтобы использовать какую-то большую старую сеть, лучше взять какую-то современную со специфическими слоями, которые работают лучше при том же качестве. То есть к таким сетям, допустим, можно отнести MobileNet или EfficientNet, которая стала популярна буквально последние пару лет. Сейчас немного расскажу про технику тренировки нейронных сетей, которая стала популярна относительно недавно. Обычно тренировку проводят в режиме Flow32 или так называемом Single Precision, то есть это стандартный режим тренировки. То есть в данном режиме все веса смещения и активации представляются вещественными числами типа float 32. Идея Half Precision заключается в том, чтобы тренировать нейронную сеть, когда все числа представляются типом float 16. То есть, вот у нас как представляется число float 32 в формате с плавающей точкой. Вот, собственно, как представляется float 16. Это что позволяет? Это позволяет умень уменьшить количество требуемой памяти в два раза, то есть позволит, допустим, тренировать модели большего размера или, допустим, увеличить размер батча в два раза. И другая очень полезная особенность, которую NVIDIA реализовала в последних своих ревизиях GPU, то есть в последних GPU тензоры типа Float 16 объединяются в группы и на том же самом оборудовании считаются параллельно, что позволяет в несколько раз увеличить то есть, скорость счета. То есть использование то есть, режима Half Precision требует меньше памяти и при этом гораздо быстрее для расчета. С точки зрения кода тоже все очень просто. Ну, то есть, допустим, в том же PyTorch достаточно просто на параметры моделей, на входы модели поставить метод .half. Но Несмотря на отличные перспективы, если вы будете тренировать модель в таком режиме, вы, скорее всего, не получите модель такого же качества, как если бы вы тренировали в стандартном Single Precision режиме. Она будет работать, скорее всего, хуже. И все дело в низкой точности, собственно, типа Float 16. Основные три большие проблемы тут такие – то есть, что следующее представимое число в типе float 16 зачастую оказывается слишком большим. За счет этого арифметические операции, где аргументы сильно разного порядка, оказываются неточными. То есть, например, 1 плюс 1 десятитысячная даст вам в качестве результата опять же единичку. А это частая ситуация при тренировке, когда у нас градиенты, имеют маленькие значения. Также маленькие градиенты флот 16 – часто могут оказаться зануленными из-за того, что не могут быть просто представлены в формате Float 16 достаточно точно. И также в этом же формате легко выйти за максимально представимые значение и получить какое-то неопределенное значение в матрицах. И дальше, если эти матрицы будут использоваться в вычислениях как бы вниз по сети, то есть при продвижении к выходам, эти значения испортят все значения и в последующих матрицах. И чтобы решить эту проблему, использует подход, который называется Mixed Precision. И основная идея этого метода, то есть что мы значительную часть вычислений проводим на числа в базе float16, это нужно для того, чтобы увеличить скорость, а часть вычислений, где у нас нам требуется высокая точность, мы будем проводить на базе чисел в формате Float32. И можно посмотреть, как в этом случае решаются вот те самые перечисленные проблемы, которые свойственны для Health Precision. Первая проблема решается за счет хранения копий модели Float16 в виде Float32. И эта вторая модель, более точная, называется мастер-модель. И когда мы обновляем веса, мы проводим математические операции именно над мастер-моделью. И в этом случае, то есть когда мы сделаем 1 плюс 1 десятитысячная, так как у нас модель Float32, мы получим, как и положено, вот такое значение. На следующей итерации обучения, однако, мы скопируем модель в модель Float16, и этот вес вновь станет единичкой то есть мы снова как бы потеряем точность. Но когда мы доберемся до обновления весов второй раз, мы снова будем прибавлять уже к мастер-модели 0.1 десятитысячную и получим уже в результате 1.002. И таким образом, когда обновление весов приведет нас к 1.005, то уже это число будет представимо, представимо в формате Floating point 16. Вторая проблема была связана с тем, что у нас зануляются малые градиенты в floating point 16, то есть в FP 16. Если посмотреть на гистограмму ниже, на ней показаны, какие градиенты мы получили на какой-то итерации обучения. Мы взяли и по всем вот этим градиентам построили гистограмму, то есть на какой интервал они вообще попадают. Значения, соответственно, на промежутке от 0 до красной линии не могут быть представлены в виде FP16. И, соответственно, они все у нас, если мы будем использовать Half Precision, занулятся. А все значения от красной линии и, собственно, до упора, они уже могут быть представлены в виде FP16. При этом, как мы видим, градиенты у нас получились очень далеко от правой границы диапазона. И тут делают такой трюк. А что, если мы возьмем и помножим лосс функцию на некоторый, ну то есть какой-то коэффициент. Допустим, мы можем выбрать его 1024. Тогда все градиенты у нас тоже будут 1024 раза больше, и вся эта гистограмма она у нас просто сдвинется вправо. То есть все градиенты, которые сдвинутся правее красной линии, будут уже представимы в формате FP16. И мы уже сможем выполнить алгоритм обратного распространения ошибки на числах FP16. И в отличие от расчета в FP32, у нас расчет будет намного быстрее. А когда мы будем уже обновлять параметры у мастера модели, то есть обновление у нас уже будет на FP32. Мы просто можем разделить эти градиенты, полученные, на вот этот коэффициент n, который мы выбрали. И так как у нас FP32, то это будет безопасно, они все останутся представимыми. И уже как бы получим реальные значения в формате FP32. Для решения третьей проблемы с переполнением, обычно это случается на слоях типа batch normalization, то просто эти слои, считаются в формате FP32. В целом эти слои, у них мало весов и очень мало операций, так что они, в общем-то, не занимают много времени и сильно не влияют на общую скорость расчетов. Также функция потерь считается в FP32, то есть результат последнего слоя переводится из FP16 в FP32 перед тем, как мы передаем его на расчет функции потерь. В итоге одна итерация обучения в формате mixed precision выглядит как показано на слайде. Мы начинаем, соответственно, с модели fp16, выполняем вычислительно затратный вот этот то, что требует много вычислений, прямой пароход по сети с помощью fp16, полученные результаты переводим, то есть то, что у нас получилось на выходах в сети, переводим в FP32. Этих значений у нас обычно немного, это делается очень быстро. Далее считается лос-функция в FP32, и затем умножается, собственно, на некоторый скейл, про который я говорил. То есть это коэффициент, например, 1024. И все это у нас переводится в, как бы в FP16. Далее выполняется вычислительно затратная операция backpropagation, где мы считаем градиенты в формате FP16, то считаем их быстро. Далее копируем это градиенты в формат FP32 и делим на scale, чтобы получить уже реальные значения градиентов. Потом обновляем веса у мастер модели с помощью градиентов в формате, которые у нас были в FP32. Далее копируем эту модель обратно в формат FP16 и запускаем, собственно, следующую итерацию. И ускорение в этом режиме достигает примерно двух раз, а точность моделей в большинстве случаев сохраняется на том же уровне. Также замечу, что иногда предлагается тренировать сети вообще в целых числах формата INT8, то есть использовать 8 бит, но там все гораздо печальнее, тренировка, скорее всего, не сойдется, то есть я видел отдельные статьи по этой теме, но они достаточно сильно, так скажем, теоретические и на практике так обычно не делают. Ну, тут, возможно, нужны какие-то другие кардинально подходы к тренировке, то есть, чтобы использовать именно восьмибитные целые числа. На данный момент закончим обсуждать оптимизации именно тренировки нейронных сетей и перейдем к оптимизации такой операции, как инференс. То есть это на самом деле то, что часто применяется в аппаратуре. Именно вот оптимизация этого режима. Когда мы говорим inference, это значит, что на данный момент у нас нейронная сеть уже обучена, и у нее известны все параметры то есть, такие параметры, как веса и смещение то есть или сдвиги. То есть, как уже говорилось в четвертой лекции, у нас есть на руках большая огромная функция, которой мы подаем на вход данные она их считает по каким-то длинным арифметическим выражениям и на выход выдает какой-то результат, то есть какие-то числа. И цель оптимизации ⁇ получить этот результат, ну, то есть либо как можно быстрее, либо, может быть, потратив как можно меньше энергии, то есть по какому-то критерию надо это все оптимизировать. При этом в случае нейронных сетей обычно допускается небольшая потеря точности работы нейронной сети после оптимизации. И вообще оптимизировать инференс в некотором смысле проще, чем тренировку, потому что все параметры сети мы уже знаем, мы можем считать их константами. И также нам не нужно считать градиенты и выполнять обратный проход по сети. Я вынес на слайд здесь наиболее популярные методы для оптимизации. Всего тут их перечислено 9 я разделил их как бы условно на четыре группы. Первая группа – это методы, которые не влияют на качество работы модели, то есть точность нейронной сети остается такой же, но работает она в целом быстрее. А здесь у меня, собственно, единственный метод, который я хочу подчеркнуть, это Batch Norm Fusion называется. Вторая группа методов – это методы, которые не требует дополнительно до тренировки модели со спецусловиями какими-то. И в целом эти методы понижают немного или много качество работы этой нашей модели. То есть точность классификации может снизиться после того, как мы применим эти методы. Поэтому после вот такой какой-то оптимизации модель прогоняет на валидационных данных и смотрит, как поменялось качество предсказания по сравнению с моделью без оптимизации. Третья группа ⁇ это методы, которые, то есть в них требуется сеть специальным образом дотренировать, чтобы увеличить какие-то качества сети, полезные для, до, для последующей оптимизации. И, наконец, последняя группа связана с применением оптимизации. Алгоритмических методов, то есть каких-то операций, которыми считаются слои в нейронной сети. Ну, допустим, в частности, очень часто оптимизируют именно, допустим, оптимиз... блок какой-то аппаратный для вычисления свертки или, допустим, полносвязного слоя, то есть то, что считается очень долго. И далее я, собственно, расскажу про все эти девять методов перечислены на этом слайде по очереди. Значит, почти во всех современных сверточных нейронных сетях, ну, то есть в сетях, обычно для которых для изображения используются, есть такая конструкция, как показано на слайде. По сути, сейчас все сверточные блоки – это набор. Сначала идет свертка, потом слой batch normalization, потом слой активации relu, так вот, подобную конструкцию можно заменить на слой просто свертка плюс релу. То есть мы здесь как бы избавляемся вот от этого слоя batch normalization. Он нам нужен был для тренировки, но на этапе инференса в принципе не нужен. Достигается за счет того, что у свертки можно пересчитать веса и обновить значение для сдвигов, то есть и весов, по простым формулам. Это все можно сделать заранее, то есть до операции, до, собственно, самой аппаратной реализации. То есть мы из начальной модели как бы получаем сокращенную модель и далее работаем уже с ней, просто забыв про то, что у нас было в начале. Сами формулы тут довольно простые. Вот на слайде здесь сначала показана формула свертки, далее формула слоя batch normalization. Тут x это у нас входные данные, а y выходные данные. Все остальное это, соответственно, у нас здесь константы. И для batch normalization тоже x входные данные, y выходные данные. Если результат операции свертки приходит на вход операции пайч то мы можем просто поставить формулу свертки вот эту вот в эту формулу. И у нас получится что-то вот мы поставили это сюда. И далее мы можем что сделать? Вынести за скобки x и константы, соответственно, отдельно. И у нас получился как бы новый коэффициент перед x и новое, собственно, вот это b. И мы просто можем посчитать v- и b- заменить их вот в этой формуле, и мы будем получать результат вот этот прямо из первой функции. И получается, что мы можем просто удалить вот этот слой, пересчитать здесь веса по простым вот этим формулам и как бы оптимизировать таким образом нашу сеть. Аналогично можно удалить вот этот слой Batch Normalization и, допустим, после одномерной свертки, после трехмерной свертки, после полносвязных слоев и так далее. То есть после всех любых вот, собственно, каких-то таких сверточных блоков. При реализации на аппаратном уровне это приводит к тому, что нам не требуется отдельный аппаратный блок для Batch Normalization операции. Общее число слоев в сети значительно сокращается. Опять же, число необходимых операций для расчетов сокращается, и увеличение производительности, по моему опыту, может составлять около 30%. Так что этот трюк сейчас проделывают, пожалуй, во всех случаях, когда оптимизируют сеть для операции Inference. Следующий подход, который я хочу рассмотреть, называется Post-Training Integer Quantization. По-русски это будет что-то вроде посттренировочная целочисленная квантизация. Вообще под термином квантизация в области нейронных сетей понимают процесс, когда мы используем переменные пониженной разрядности, то есть или размерности, можно сказать, для хранения весов и активации. А активациями, то есть я тут немного остановлюсь, я тут называю это это у нас входные изображения и все данные, которые являются результатом промежуточных вычислений на слоях нейронной сети. Ну, ранее, когда мы с ними сталкивались, я их называл картами признаков, но иногда их, собственно, вот в квантизации часто называют именно активацией. Соответственно, вместе с пониженной разрядностью используют и математические операторы пониженной разрядности. И все это приводит к существенному ускорению вычислений, поскольку малоразрядные операции выполняются гораздо быстрее. Одновременно с этим у нас уменьшается требуемая память для хранения как весов, так и промежуточных активаций. И обычно приводит к таким позитивным явлениям, как уменьшение энергопотребления, в том случае, если мы реализуем нашу нейронную сеть уже в каком-то железе. Однако главная проблема, которая здесь возникает, это потеря точности работы нейронной сети. То есть качество предсказаний ухудшается. Но последние разработанные алгоритмы, вот методики всевозможные, позволяют нивелировать этот негативный эффект почти до нуля. Сначала введем несколько терминов. Первый термин – квантизация. То есть вот он здесь означает преобразование из формата с плавающей точкой FP32 в какое-то целочисленное представление с фиксированной точкой. Ну, как наиболее популярный формат, это int8. Деквантизация – это переход, то есть обратный перевод из формата с фиксированной точкой в формат с плавающей точкой. И, наконец, реквантизация – это Перевод значений из одного квантизованного представления в другой, то есть, допустим, в какой-то другой масштаб вычислений. Сейчас я буду рассматривать только так называемую симметрическую квантизацию, и она наиболее часто используется на практике. То есть, чтобы делать квантизацию, сначала требуется выбрать интервал, который мы квантизуем. В симметрической квантизации он характеризуется таким числом, как А, то есть коэффициентом А. И в целом принято выбирать число А таким образом, чтобы интервал от минус А до А покрыл все возможные значения, которые мы собираемся квантизовать. Также мы для квантизации должны выбрать количество битка, которые мы будем использовать для хранения вот этих самых квантизованных значений. То есть одно из наиболее популярных значений, когда мы уже используем готовые какие-то устройства, это 8, поскольку, например, в CPU это 1 байт и есть какие-то 8-битные аппаратные операции. Но в целом при проектировании, допустим, своего устройства, когда мы сами пишем берелок-код, К можно выбрать в целом любым, который нам подходит. То есть мы можем выбрать 9, 10 и так далее. И это число k будет определять, сколько именно дискретных значений будет использовано для кодирования наших чисел. И чем больше у нас k, тем меньше мы будем, собственно, терять точность. В некотором смысле вот эту операцию квантизации мы можем сравнить с округлением чисел. И чем меньше у нас k, тем более грубое округление мы делаем. Когда мы, собственно, выбрали интервал от минус а до а и количество бит к, мы можем рассчитать так называемый масштабирующий коэффициент scale. Он считается по формуле 2 в степени k минус 1 минус -1, 1, деленное на а. То есть вот это значение, это максимально представимое число в диапазоне k бит, делится, собственно, на длину нашего интервала а. И далее любое число можно преобразовать в квантизованный вид по простой формуле. То есть, y квантизованное равно округлить scale умножен на y, которая предварительно, так скажем, клипирована. То есть, если у нас y выходило за минус а в отрицательную сторону, то оно станет минус а если выходило дальше А, то станет А. Вот. И, собственно, по вот этой простой форме мы ищем вот это квантизованное значение. Чтобы выполнить деквантизацию, то есть вернуться назад во флот, нам нужно просто квантизованное значение поделить на scale, и мы получим обратно наше флот значение. Так, а для реквантизации, соответственно, нам надо деквантизовать значение и потом квантизовать с новым scale и, собственно, значением а, ну то есть мы, у нас есть scale 1, scale 2, и мы просто делим вот на вот этот, так скажем, коэффициент ре, то есть умножаем на коэффициент реквантизации, который равен отношению нового на старый, собственно, вот этот масштабирующий коэффициент. На слайде справа я попытался показать численный пример квантизации. Если мы выберем, допустим, k равно 4 бита и А равно 2, то есть это 2, это у нас будет получаться, что мы пытаемся квантизировать интервал от минус 2 до 2, то есть вот какой-то интервал чисел с плавающей точкой. И пусть у нас задана какая-то такая матрица с числами с плавающей точкой фло 32 и мы можем их просто нанести вот на эту численную прямую от минус 2 до 2. И внизу мы нанесем интервал от минус 7 до 7, что соответствует, собственно, 4 битам в тех же размерах. Тогда квантизация это будет, по сути, нахождением вот этой красной бинарной отметки, которой заданная точка, вот здесь зелененькая, ближе всего. В случае, если точка у нас выходит за пределы нашего диапазона, то есть за предел нашего выбранного отрезка, то мы двигаем ее к ближайшему Краю отрезка, то есть, вот, как видим, у нас было здесь 2,5, она выходит за двоечку, и мы двигаем ее сюда. Scale в данном случае равен у нас 7, то есть, вот это максимальное значение, деленное на 2, то есть на вот эту штуку. То есть, у нас scale это вот как бы мы пытаемся найти масштаб вот этого в рамках вот этого. И у нас scale здесь будет равен 7 делить на 2 или 3,5. И после вот, если мы сделаем здесь квантизацию, то есть мы найдем вот эти значения, это минус 5, 1, то есть минус 1, 1 и 7. Когда мы сделаем обратно из этих значений деквантизацию, мы получим новые значения, и как видим, они не равны начальным, мы здесь немного потеряли в точности из-за того, что мы вот эти зелененькие точки в итоге сдвинули, и они у нас оказались где-то вот здесь, то есть в другом месте относительно своего изначального, как бы, своей изначальной позиции. И зачем мы все это делали? Нам над квантизованными, квантизованными значениями потребуется выполнять арифметические операции. Давайте посмотрим в общем, как это делается. В частности, нам по сути потребуется только сложение и умножение потому что только эти операции встречаются при умножении матриц в случае сверточных или полносвязанных слоев. Если мы возьмем два произвольных значения, ну как бы проще показать на примере, то есть мы возьмем два произвольных значения x и y в формате fp32. Вот они, собственно, у нас на слайде. Положим, что x квантизован на интервале от минус 1 до 1, а y на интервале от минус 2 до 2. В этом случае масштаб для X у нас будет, то есть Scale будет 127, а для Y у нас будет, соответственно, масштаб scale 63.5. Считаем квантизованные значения, собственно, по вот этим простым формулам. Вот они на слайде. Ну, получили, собственно, значение, допустим, 44 и 75. Так, сначала посмотрим, как выполняются операции квантизованные. Для начала просто посчитаем значение. В, то есть в режиме с плавающей точкой. Умножаем и получаем, собственно, значение, как вот здесь показано на слайде. А теперь посмотрим, что будет при умножении в квантизованном виде. Умножаем 44 на 75, получаем так, минутку получаем 3300, но при умножении результат получится уже в новом масштабе. Этот масштаб равен произведению масштабов каждого из множителей. Поэтому, чтобы получить назад значение floating point, то есть, чтобы выполнить деквантизацию, нам нужно использовать уже, собственно, новый масштаб, то есть равный вот этому произведению. То есть мы делим квантизованное значение на новый масштаб и получаем вот такое число. Ну, мы можем сравнить его с оригинальным произведением, и можно увидеть, что ошибка операции в квантизованном виде составила чуть меньше 1%, то есть 0.89. Что касается операции сложения, то у нее есть плюс, что она не меняет масштаб. И одновременно минус, что для выполнения сложения оба слагаемых должны быть в одном масштабе. Как я чуть позже покажу, это нам создаст небольшие трудности с квантизацией сдвига, то есть или БАЙСа. Вот. И для реализации подавляющего большинства нейронных сетей требуется только сложение умножения. Это у нас следует из, собственно, формулы свертки, которая вот показана здесь на слайде. Далее нам просто требуется контролировать согласование масштабов при выполнении операций и при переходе от слоя к слою, чтобы все у нас проходило без ошибок. То есть у нас все операции идут в одном и том же масштабе, и нигде мы там не сложили и не умножили ничего в разных масштабах. Но квантизовать числа, в общем, это только полдела. Нам надо понять, как ведут себя квантизованные значения при реальных вычислениях. И когда у нас входные изображения как бы движутся сквозь нейронную сеть к выходу. Рассмотрим здесь простой численный пример, чтобы вообще закрепить понимание, как вообще работает квантизация. Для этого я сделал миниатюрную сеть с очень маленьким размером входа. У нее два сверточных слоя, то есть вот первый, вот второй, и один релу-6 слой между ними. Вот эта сеть показана, собственно, на слайде. На вход в сети приходит изображение размером 5 на 5 пикселей. Опять-таки для простоты это, собственно, очень-очень маленькие изображения. И у них два канала, скажем, R и G, ну, в отличие от трехканальных RGB. Ну, я здесь выбрал два для лучшего так скажем, понимание логики работы сверточного слоя. То есть один бы слишком все упростило, а три было бы слишком много вычислений для простого вычисленного примера. Ну, здесь на слайде у нас показаны только слои, то есть как бы структура. Но для наглядности я разверну описание этой сети, чтобы показать еще и промежуточные изображения. Или по-другому, как я уже говорил, эти промежуточные изображения, то есть, вот это, вот это, вот это, вот это вот это, это называются активация. На вход в сети, собственно, у нас приходит изображение размером 5 на 5 пикселей и двумя каналами. Вот они показаны здесь на слайде. За этими входными данными у нас следует сверточный слой с кернелом 3 на 3 и двумя фильтрами. Тип паддинга у нас здесь будет валид. Это значит, что мы не будем добавлять ободок из нулей. Поэтому на выходе слоя мы получим активации на 2 пикселя меньше, то есть размером 3 на 3. Их тоже будет два по числу вот этих, собственно, фильтров, которые у нас у сверточного блока. Они также здесь отмечены синеньким. Сверху слоя у нас изображены веса и сдвиги. То есть веса у нас показаны оранжевым, а сдвиги розовым. Весов тут будет два набора по две матрицы, 3х3 и два, собственно, сдвига. Далее идет слой у нас релу 6, который все значения меньше нуля делает нулем, а все значения больше 6 делает равными 6. Этот слой встречается в сетях MobileNet, а именно эти сети достаточно часто реализуют в железе. Поэтому я решил здесь для примера показать именно этот слой. После него размер активации остается точно таким же. Далее идет второй сверточный слой, тоже 3 на 3, спадинг равно валид и всего одним фильтром. На выходе получится активация, которая состоит ровно из одного пикселя. Ну, по сути, это можно сказать, что, допустим, классификация по классу. Там есть объект, нет объекта на вот этом каком-то входном изображении. Чтобы наглядно показать, что веса у нас уже известны, то есть мы оптимизируем операцию инференса, я взял и заполнил их здесь реальными какими-то значениями на слайде. И тут на схеме у нас как бы два типа данных. Первое – это активация, это синие таблички, которые здесь отметил красными прямоугольниками на этом слайде. То есть это изображения, которые движутся сквозь нейронную сеть. И что важно отметить, активации, строго говоря, все время разные каждое новое изображение на входе даст какой-то новый набор значений вот здесь везде. То есть на всех промежуточных активациях и на выходе, собственно, нашей нейронной сети. А второй, второе, что у нас здесь есть, это веса и смещение, то есть параметры самой нейронной сети. Они нам на этапе инференс все уже известны, то есть известны все их конкретные значения, и они не будут меняться в процессе работы. Для осуществления квантизации, как мы помним, нам нужно знать интервал, на котором будет выполняться квантизация. Но мы не знаем, какой интервал подходит для активации, так как в отличие от весов, не знаем конкретные значения. И для этого применяют такой подход, который называется калибрация. То есть, по-английски, calibration. То есть из нашего тренировочного дата-сета выбирают какой-то набор изображений, ну, обычно просто случайным образом который называют калибровочный датасет, и все эти изображения пропускают через сеть. И после каждого слоя для всех активаций считают некоторую статистику, какие именно значения активации там вообще встречаются. И при самом простом подходе к вот этой калибрации достаточно просто смотреть максимальное абсолютное значение для активации на каждом слое. Это значение, собственно, будет определять коэффициент а. То есть, вот этот масштабирующий коэффициент, по сути, для активации каждого конкретного слоя. И мы, собственно, вот этот масштаб Scale сможем на основании этого максимального значения рассчитать. То есть эту операцию производит до того, как мы начинаем делать квантизацию сети. Ну, Вернемся к нашей мини-сети. Выполним калибрацию на ней. То есть это нужно, чтобы найти масштаб для всех, для вот этой активации, этой активации, этой активации и этой активации. И я вынесу активации на отдельный следующий слайд. Строго говоря, если, скажем, мы используем обычные изображение на вход для нейронной сети, то мы вообще точно знаем, в каких границах находится значение для произвольного пикселя то есть для обычных изображений там JPEG или PNG, то это будет просто целое число от 0 до 255 включительно. Иногда для сети применяется нормализация. Например, для MobileNet значение пикселя, вот это от 0 до 255, его делят на 127,5 и вычитает единичку, что приводит к тому, что входные изображения у нас это какие-то числа от минус 1 до 1, то есть вещественные числа. В данном примере я как бы считал, что у нас, наша сеть, это наследник MobileNet, у нас на входе числа от минус 1 до 1, и поэтому просто взял и подал 1000 случайных матриц 5 на 5 на 2, у которых значение от минус 1 до 1, то есть на вход сети, и сохранял значение вот этих всех промежуточных активаций. И вот что у меня вышло после прогона всех тысяч примеров. На первом слое у меня получилось, что активация изменяется на промежутке от минус 1 до 1. На втором слое примерно от минус 37 до 18. На третьем от 0 до 6. Но это логично. У нас это связано с тем, что активация релу все значения меньше 0 делала нулем, а все значения больше 6 делала шестеркой. И, наконец, на последнем слое значения у меня получались на интервале от минус 93 до 84. Если бы у нас была какая-то большая сеть, тот же MobileNet, в которой там десятки или сотни слоев, нам нужно было бы сделать абсолютно то же самое, по абсолютно тому же принципу, но для всей вот этой сотни слоев, то есть для всех вот этих промежуточных активаций. Зная минимум, максимум, собственно, можно посчитать масштаб для всех активаций. При этом из-за того, что мы использовали максимальные значения, то есть для большого числа вот этих входных, для тысячи случайных матриц, мы гарантируем, что в подавляющем большинстве случаев, что получим мы вот, вот здесь, 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 не будет выходить за выбранный нами диапазон. То есть вот мы посчитали здесь, что у нас было от минус 37 до 18, то есть у нас очень маленькая вероятность, что подав какое-то что-то вот на вход в сети, мы получим что-то меньше вот этого или больше вот этого. Так. Теперь, когда мы разобрались с активациями, мы можем посчитать параметры, необходимые для квантизации весов и смещений. Это можно сделать напрямую из данных. Ищем, соответственно, среди весов минимум и максимум. Я подсветил минимумы и максимумы для весов на слайде и выписал их, собственно, вниз. То есть здесь у нас был минимум минус 4,7 примерно, здесь 4,6, здесь минус 5,5 и 5,63. И на основе, собственно, этих минимумов максимум можно уже рассчитать наш масштаб или скейл. Вот я их посчитал, собственно, для первых весов, для весов первого слоя, для весов второго сверточного слоя. Если вы вспомните формулу свертки, то там сдвиг складывается с произведением активации предыдущего слоя и весов текущего слоя. Поэтому в качестве масштаба или скейл для bias можно поставить сразу произведение масштаба активации предыдущего слоя и масштаба весов текущего слоя. То есть это значение можно будет сразу складывать с результатами свертки без реквантизации. Вот тут на слайде я это попробовал расписать. Тут мы получаем масштаб для сдвига первой свертки. Вот по вот этим форумам. То есть мы взяли вот этот скейл, поставили сюда. А это 127 у нас пришло как бы из активации вот отсюда, то есть предыдущего слоя. Вот. И, собственно, здесь для второго сверточного слоя мы тоже рассчитали вот этот масштабирующий коэффициент. В принципе, мы можем взять все вот эти рассчитанные значения для масштабов и свести это все вот в такую аккуратненькую табличку. Ну, если сеть у нас будет больше, то и табличка, соответственно, тоже будет больше и длиннее. Когда мы завершили расчет всех масштабов, можно начать вычисление в сети. И сначала давайте посмотрим, как работает первый сверточный слой в обычном режиме с плавающей точкой. То есть у нас есть какое-то входное изображение. Как мы помним, значение на нем находится на промежутке от минус 1 до 1. Есть веса и смещением тоже известны. И по ним нам надо рассчитать значение активации на выходе слоя. Ну, это стандартная процедура, то, как мы это делали в пятой лекции. Я не буду здесь останавливаться на деталях расчета. То есть отмеченные здесь красным ободком матрицы дадут нам значение верхней матрицы с активациями. Отмеченные здесь, собственно, вот это, вот это и вот это, дадут значение в нижней матрице с активацией. Здесь я, собственно, их рассчитал, реальные значения, как если бы я считал их, как называется, на калькуляторе. Давайте эту же операцию проведем над квантизованными значениями. Порядок операции количество сложений и умножений у нас здесь останется абсолютно таким же. Но теперь все умножения будут не с 32-битными флот числами, а с 8-битными интами. И на аппаратном уровне это будет в несколько раз быстрее, иногда в десятки раз. Чуть позже я покажу табличку со скоростью. Из других особенностей здесь тот факт, что сдвиг – это на самом деле сразу какое-то число Большой, скажем, 16-битное. Это связано с тем, что у него сразу двойной а, scale, который мы предусмотрели, чтобы складывать значение сдвига а, с результатом свертки без реквантизации. Результат мы также будем накапливать в каком-то аккумуляторе, то есть вот здесь, который будет иметь более 16 бит. То есть в GPU, например, аккумулирует значение в 32-битных а, целочисленных регистрах. И это связано с тем, что нам надо избежать переполнения. То есть в процессе вот этих умножений, последующих сложений где-то здесь, у нас может получить значение какое-то, естественно, больше, чем 8 бит, даже больше, чем 16 бит. И обычно для безопасности используется какое-то заведомо большое значение, скажем, 32 бита кастомном оборудовании, соответственно, можно выбрать размер аккумулятора в зависимости от количества возможных слагаемых при выполнении свертки. В целом мы, на самом деле, для всех слоев это можем посчитать заранее, то есть максимальное количество сложений, которое у нас может возникнуть. Если мы посчитаем вот эти все выходные активации в квантизованном виде, то получим что-то такое. Ну, здесь прям видно, что у нас значение выходит явно за 8 бит и даже, наверное, за 16. Точно не могу сказать. Да, по-моему, выходит вот здесь. Так. Какая тут э, есть проблема? Масштаб у нас здесь получился 3364 с копейками. Однако, когда мы делали э, калибрацию, выяснили, что масштаб на самом деле здесь должен быть э, 3.42. Э, и также здесь, собственно, видно, что все значения у нас больше 8бит. То есть мы не можем взять их напрямую и перейти к вычислению на следующем слое, просто потому что они у нас здесь явно не восьмибитный и совершенно в другом масштабе, чем нежели тот, который мы рассчитывали. Поэтому, прежде чем перейти к вычислениям на следующем слое, нам требуется перевести числа активаций в правильный масштаб и снова сделать их восьмибитными. На этом слайде я, собственно, выходные активации перенес из правой части слайда, то есть вот здесь они стали на правой части слайда, я перенес их левую, то есть для наглядности. Для реквантизации и последующего уменьшения размерности нам нужно домножить значение на, так скажем, коэффициент реквантизации, который просто равен отношению нового масштаба к старому масштабу. Затем мы округляемся. Если полученное значение превышает максимально 8-битное значение 127, то мы приравниваем его 127. Если оно меньше, чем минус 127, то приравниваем его минус 127. После чего полученное значение снова окажется заведомо в 8-битном диапазоне. И на следующем слое будут использоваться уже, собственно, вот эти новые реквантизованные значения, как, то есть в операциях, как обычные 8-битные целые числа. Справа на слайде я показал, вот я взял вот эти значения, реквантизовал их с новым масштабом, то есть просто домножил вот этот коэффициент, и у нас все получилось вот в таком виде. То есть у нас здесь уже показаны реквантизованные значения, которые будут использоваться на следующем слое. Здесь у нас фигурировала такая операция, как умножение на флот константу. Эта операция в целом может показаться затратной, но напомню, что она также может быть, вот эта константа рассчитана заранее. А умножение целого числа на константу, даже если это константа floating point, на самом деле может быть реализовано как набор сдвигов и сложений. То есть мы берем константу, приводим ее к двоичному виду и реализуем что-то вроде сложения в столбик. То есть мы x умножаем на степени двойки, как положительный, так и отрицательный, и все это вместе складываем. У нас получается такое значение. Далее мы, допустим, берем для округления только целую часть, то есть все, что у нас оказалось положительное, и, в общем-то, у нас значение готово. Далее у нас идет слой релу 6. Я перенес вход для него, собственно, сюда то есть то, что у нас получилось на прошлом этапе, я из справа перенес налево. Поскольку в симметрической квантизации положение нуля не меняется, он остается в положении нуля. То есть зануление отрицательных элементов выполняется так же, как и в случае с floating point. Мы просто зануляем все отрицательные элементы. То есть вот, все, что у нас было отрицательно, здесь стало ноликом. А из-за наличия ограничения сверху мы используем scale, который автоматически превратит все значения больше 6 в значение 127 после реквантизации. В целом этот слой на самом деле можно объединить с предыдущей сверткой, чтобы не выполнять реквантизацию два раза. То есть мы могли сразу перевести все в нужный скейл вот этот с предыдущего слоя и не делать вот этот ненужный этап реквантизации, который на самом деле нам немного снизил точность. Далее у нас идет последний сверточный слой. Мы выполняем его в 8-битном виде и получаем значение на выходе. Ну, здесь у нас почти везде нолики. Умножение выполняется здесь крайне просто. То есть вот это мы умножаем на, так сейчас скажу, на что? На, судя по всему, вот это, вот это на вот это. Далее добавляем, так сейчас, нет, вот это умножаем на вот это, вот это умножаем на вот это, суммируем с вот этим, получаем вот такое значение. Получаем результат, собственно, в масштабе вот таком. То есть он у нас известен, какой у нас масштаб. Во время калибрации мы нашли масштаб и для активации, но так как это последний слой, мы можем сразу делать деквантизацию с данного масштаба и не делать лишнюю реквантизацию, которая лишь слегка понижит, понизит точность вычислений. Итого считаем реальное значение по формуле. То есть квантизованное значение делим на scale и получаем, то есть вот это значение делим на 477, получаем что-то типа 9.871147. Если мы посчитаем значение для этой сети без квантизации в формате с плавающей точкой. То есть если мы просто по нашей изначальной сети прогоним вот те же самые изображения без всяких квантизаций, то получим вот такое значение 11.502-139. И ошибка здесь составит около 14%. Ну, с моей точки зрения, на самом деле это достаточно большая ошибка. Я взял и посчитал ошибки на этом примере при разных размерах тех данных, которые мы можем вообще использовать. Как видим, то есть здесь ошибка плавно падает, то есть при 4 битах у нас ошибка вообще никуда не годится, потом плавно-плавно падает, и, в общем-то, можно увидеть, что вот какие-то маленькие значения стали появляться где-то с, где с 9-10 бит, которые, вероятно, будут оптимальными при реализации вот, собственно, вот этой нейронной сети, допустим, скажем, на аппаратном уровне. Также мы можем увидеть, что нам буквально одного бита не хватает для 8 бит, чтобы все стало достаточно неплохо. Поэтому выполняет еще кое-какие оптимизации для улучшения качества вот этих результатов. Например, есть следующий подход, который называется fine-grained quantization. Если мы обратим внимание, то когда мы считаем свертку, то часть весов у нас участвует в вычислении только одной выходной карты признаков. Поэтому для каждого такого набора весов выбирается свой масштаб. То есть мы скажем, можем выбрать масштаб для вот этой, вот этих весов и свой масштаб для вот этих весов, потому что они участвуют только в вычислении вот этой, собственно, вот этих активаций. А вот эти веса участвуют только в вычислении вот этих активаций. И, собственно, вычислив вот этот масштаб, то есть выбрав отдельно масштаб, мы меньше точности потеряем, потому что у них вот у этих весов могут различаться максимальные значения. Собственно, более точно будут представимы значения здесь и более точно будут представимы значения здесь. А как бы одинаковые значения для вот этих скейлов мы получим в итоге, если мы реквантизуем их, соответственно, с разными значениями. То есть и на вход следующего слоя у нас придут вот эти все активации уже как бы снова в одном масштабе. То есть мы как бы разнесли вот эти квантизации с разными масштабами на разные части вот этой свертки. Так. Здесь я привел сравнительную табличку для операций с данными разной размерности на каком-то простеньком микроконтроллере. То есть я нашел эту табличку в интернете. Из таблички видно, что операции с 8-битными числами могут быть в десятки раз быстрее, чем с Flow32. Допустим, здесь 6, в отличие там, от 114-170. При этом это справедливо как для сложений, так, собственно, и для умножений. Поэтому квантизация применяется очень часто, когда инференс, собственно, делают на каких-то таких вот устройствах аппаратных, как микроконтроллеры, вот, собственно, делают квантизацию именно с точки зрения, чтобы увеличить скорость работы. Вернемся к слайду со списком оптимизации. На данный момент мы здесь рассмотрели Два метода. Теперь давайте перейдем сначала к четвертому, который называется Quantization Aware Training или QAT Quad. Этот метод имеет прямое отношение к тому, что мы сейчас, собственно, смотрели, к Post Training Integer Quantization. Как мы уже увидели, процесс перехода от вычислений с плавающей точкой к вычислениям с фиксированной точкой в малый размер зачастую сопровождается падением точности. Тогда исследователи подумали, а почему бы не тренировать модель таким образом, чтобы она была устойчива к переходу в квантизованное состояние. Это направление относительно недавно стало развиваться, там есть несколько подходов. Например, исследователи Google предлагают вносить ошибки квантизации как шум во время обучения. И таким образом после обучения сеть будет хорошо работать и после квантизации за счет того, что она как бы на уровне уже этом была защищена от подобного шума. NVIDIA в своей презентации предлагает использовать клиппинг для весов. Это имеет смысл, так как если веса на одном слое будут лежать достаточно близко друг к другу, без явных выбросов одиночных весов, то будет меньше потерь точности, когда мы будем квантизовать на каком-то меньшем масштабе, так как у нас не было выбросов, и мы масштаб, скорее всего, выберем меньше. И главный плюс вот этого QAT, что он позволяет понизить необходимую размерность для весов и активации. То есть у них в примерах даже есть случаи, когда начинают работать на каких-то четырехбитных вычислениях с хорошей точностью нейронной сети, которая тренировалась в обычном флот 32 режиме. Следующий метод, который я хочу обсудить, называется weight clustering, то есть кластеризация весов. Обычно кластеризация весов применяется в случае, когда нам нужно сократить место, которое занимают веса для нейронной сети, скажем, на жестком диске. Веса для некоторых сетей могут занимать 100 и более мегабайт. И подход тут довольно простой. Положим, у нас есть матрица с весами в формате Flow32, то есть с плавающей точкой. Тут на картинке вот эта матрица 4 на 4. Мы сначала выбираем, сколько битка мы хотим использовать для хранения весов. И скажем, вот в этом примере мы выбрали, что у нас два бита используются для хранения весов. Тогда мы делим весь интервал, на котором хранятся, то есть Значения, какие бывают у наших весов на 2 в степени К частей. То есть в данном случае 2 во второй, то есть на 4 кластера. И все веса, которые попадают в заданный интервал, то есть в заданный кластер, мы считаем равными центральному значению этого кластера. Далее, вместо матрицы, вот этих, то есть, вот мы взяли, кластеризовали, то есть, вот вот здесь желтенькие попали значения в кластер минус 2.85, зелененькие в кластер минус 1.26, красненькие в 0.33 и синенькие в 1.92. Далее, соответственно, вместо матрицы с 32-битными значениями мы храним матрицу с 2-битными значениями, то есть храним просто номера кластера, к которому относится вес, собственно, вот в этой таблица, таблица. И нам надо дополнительно, собственно, хранить еще небольшую табличку с номерами кластера и весом, собственно, в формате floating point. И выигрыш у нас, соответственно, начинает расти с увеличением количества весов, которые нужно хранить. И дополнительный плюс, что этот подход работает уже на как бы обученной сети и не требует какой-то дополнительной тренировки. То есть мы взяли веса, кластеризовали их так, и, собственно, готово. То есть у нас получилось малое представление сети. Само собой тут есть и минусы, а именно, как это часто бывает, падает точность работы нейронной сети. Чем больше мы сжимаем веса, тем больше падение точности. Также для того, чтобы сохранить точность, используют такой подход – сжимает веса не у всех слоев, а только у части слоев, где, собственно, этих весов больше всего. И, собственно, для разных слоев используют разную настройку битности, то есть как мы их будем сжимать. И, собственно, находят так называемую золотую середину между тем, насколько мы сжали веса, и потерями точности. И в некоторых случаях удается избежать потерь точности вовсе. Например, тут на слайде приведен MobileNet V2, Здесь вот как раз делали редукцию только последних слоев, то есть сжали в итоге с 12, почти с 13 мегабайт до 7 мегабайт веса с помощью этого подхода и получили точность, которая даже чуть-чуть выросла. И, собственно, вот здесь показано это, что кластеризовали только три последних сверточных слоя. На них, собственно, больше всего весов. Это основная часть затрат вот по хранению. Их кластеризовали, собственно, 8 бит, 8 бит, сколько тут получается 5 бит, вот, то есть предпоследний пред, пред, и последний слой таким образом сжали, получили компрессию почти в два раза. И, в принципе, эта компрессия достигла, ну, то есть достигнута таким образом, что точность не упала вовсе. Далее посмотрим метод, который называется weight pruning. То есть pruning – это, собственно, наследник, вот, так скажем, сходный с тем, что мы смотрели только то же самое с кластеризацией весов. Но в данном случае это делается прямо во время тренировки. То есть часть весов, которые у нас наиболее близкие к нулю, полностью обнуляют и продолжают тренировку дальше, давая возможность сети как бы адаптироваться к сделанным изменениям. И обычно перед началом такой тренировки, то есть вот с этим сокращением весов, задают значение спарсити или разреженности. То есть, например, ставят 90% и делают планировщик какой-то, который плавно увеличивает число зануленных весов, то есть в процессе тренировки. То есть сначала мы хотим, чтобы у нас 10% было зануленно, на следующей эпохе 20% и так далее. И в конце тренировки тензоры с весами, для которых выполнялась вот эта операция прунинга, то есть сокращение, содержат, собственно, заданный процент вот этих, собственно, ноликов. И как в случае с кластеризацией, тут нужно найти некоторую золотую середину между точностью предсказаний и разреженностью матриц. Ну, то есть, допустим, вот здесь получилось, что мы получили 87,5% ноликов в наших весах, но у нас упала точность с 78% до 74%. Ну, собственно, после того, как мы получили эти нолики, даже если мы просто эти веса потом зазипуем, у нас, собственно, эти веса будут намного меньше весить, чем если мы зазипуем оригинальные какие-то веса. Следующий метод называется knowledge distillation. По-русски это можно перевести что-то вроде дистилляции знаний. В этом методе у нас изначально есть какая-то большая, очень сложная модель, которая предварительно обучена на каком-то нашем целевом наборе данных, то есть на дата сете. И эта модель называется учитель. То есть вот она здесь, и на этом, и с этой стороны, и с этой стороны. И есть некоторая вторая модель малого размера, которая называется студент или ученик. И модель студента учат на выходах модели учителя. И малую модель, собственно, можно выбирать именно с прицелом последующей реализации в аппаратном виде, как замену вот этой какой-то большой и сложной модели, которая у нас, допустим, по какой-то причине не, нельзя реализовать на аппаратном виде, допустим, не вылазит она в плиз или слишком сложная, слишком много площади, слишком там большая задержка и так далее, слишком много потребления энергии. Здесь может быть задан резонный вопрос: а зачем нам тренировать маленькую модель на выходах учителя, а не на прям сразу на целевом датасете? Но выходит так, что этот подход в некоторых случаях оказывается эффективнее из-за того, что модель-учитель косвенно знает проблемы разметки данных, например, а также умеет эффективно сжимать целевые данные в вектора какой-то малой размерности. То есть без учителя модель студент сошлась бы куда-то сюда на картинке, а учитель показывает ей как бы более правильный путь для сходимости, то есть двигает вот в сторону какого-то более правильного предсказания. Также этот метод часто используют, когда нам надо объединить предсказания сразу большого числа моделей для одной задачи в одну. Например, если бы мы использовали кросс-валидацию, мы бы получили n разных моделей для решения одной и той же задачи. Мы могли бы, собственно, сделать вот эту дистилляцию и все эти модели слить в какую-то одну более маленькую модельку. Далее перейдем к семейству методов, который называется Neural Architecture Search, то есть NAS, NAS. По русски это можно перевести как поиск архитектуры нейронной сети. Основная идея этого метода заключается в поиске некой оптимальной архитектуры нейронной сети для решения данной задачи. Оптимум ищется, собственно, по какой-то метрике. Обычно эта метрика формируется, то есть формулируется как поиск архитектуры, которая дает максимальное качество решений. Но эту же задачу формулируют и, например, как нахождение минимальной архитектуры при заданной точности решения. И это позволит найти архитектуру сети, скажем, потребляющей минимум ресурсов для решения целевой задачи. Проблема этого подхода обычно заключается в очень большой вычислительной сложности этой задачи особенно если у нас какой-то входной датасет был объемный. И обычно такие нас системы имеют три компонента. То есть у нас есть какое-то пространство поиска, то есть из чего мы строим саму нейронную сеть и как мы будем соединять компоненты, чтобы, собственно, получить какую-то рабочую вообще архитектуру. Есть некий, некий алгоритм поиска, который умеет создавать набор архитектур, которые у нас являются кандидатами для последующего анализа их собственно точности работы скажем И какая-то методика оценки кандидатов. и нам необходимо измерить эффективность какого-то большого количества предложенных моделей, чтобы получить обратную связь для вот этого алгоритма поиска. И процесс оценки кандидатов вот этот здесь может быть очень дорогим, и, собственно, много вот этих методов нас, они как бы делаются, чтобы сэкономить время и вычислительные ресурсы на решение этой задачи. Далее рассмотрим группу методов, которые относятся к так называемым алгоритмическим оптимизациям. То есть мы оптимизируем вычислительный процесс внутри слоев. То есть, чтобы избежать, скажем, лишних переносов данных в памяти или в избежать выполнения лишних операций сложения и умножения. Рассмотрим сначала, как делать свертку быстрее за счет выполнения предварительных трансформаций, собственно, самой свертки. Давайте рассмотрим для наглядности небольшой численный пример. У нас есть входные активации 4 на 4 и свертка с размером ядра 3 на 3. Вот, собственно, они у нас здесь на слайде. Если мы будем делать свертку традиционным методом, то мы сначала перемножим вот эту область на собственно, ядро свертки и полу... то есть результат по члену умножения все это сложится и положится вот в этот ячейку. Потом, собственно, эту область на ядро свертки, и эту область на ядро свертки, и эту область на ядро свертки, и получим вот такие результаты. То есть мы на решение этой задачи потратили 4 шами. А что, если бы мы хотели сделать, это за одну какую-то матричную операцию. И такая возможность в целом есть. Сначала мы вытерем, вытянем матрицу весов размером 3 на 3 в какой-то одномерный вектор, строчку из 9 элементов. Затем мы поставим окно в первую позицию матрицы с активациями и вытащим эту как бы под матрицу, 3 на 3 и вытянем ее уже в столбик но в том же порядке что и веса то есть вот так затем мы переместим окно и снова вытягиваем уже как бы второй столбик еще раз перемещаем окно снова вытягиваем столбик и снова последний раз тут мы достигли как бы конца матрицы и получили последний столбик далее мы склеиваем все эти столбики в одну большую матрицу 4 на 9. И эта операция по преобразованию вот такой входной матрицы входных активаций имеет устойчивое название, которое называется им тукол, То есть, можно сказать, это сокращение от русского изображения в колонке. В начальной матрице у нас было как бы 16 элементов, а в полученной матрице стало 36 элементов. И размер у матрицы, собственно, стал 9 на 4. Это связано с тем, что некоторые элементы в этой матрице повторяются несколько раз. Ну, тут у нас здесь, как бы, мы видим, что были только уникальные значения. Здесь, собственно, допустим, тройка повторяется несколько раз, там пятерка несколько раз и так далее. И, собственно, зачем нам нужны такие преобразования? Все очень просто. Это позволяет посчитать свертку за одну операцию матричного умножения, то есть за счет выполнения скалярного произведения матриц. А для вычисления, собственно, этой операции скалярного произведения есть много крайне эффективных алгоритмов. Ну, как минимум, если мы говорим о программной реализации, то там есть какие-то. БЛАС алгоритмы, которые реализованы очень эффективно для выполнения, скажем, на КПУ. Полученная на выходе матрица также у нас будет одномерной, и нам надо обратно преобразовать ее в двухмерный вариант. Для этого тоже есть специальная операция, которая имеет устойчивое название call to in. То есть вы, условно говоря, можете загуглить ее и, собственно, получить какие-то по ней пояснения. По-русски это можно перевести как что-то типа колонки в изображении. И на этом и прошлых слайдах мы как бы рассмотрели простой частный случай свертки, когда у нас на входе был один канал и на выходе один канал. И в таких условиях этот метод, естественно, не даст существенных преимуществ. Давайте рассмотрим общий случай. Если на входе слоя у нас было многоканальное изображение, и на выходе слоя тоже многоканальное изображение, то есть каналов у входного изображения здесь у нас, собственно, обозначены как C, количество каналов у выходного изображения как... То есть вот оно, здесь, D. Размер свертки будет k на К. Высота входного изображения Х, и собственно, ширина W. В этом случае для весов у нас будет не один ряд, как в примере, а D рядов по числу каналов выходного изображения. То есть у нас здесь количество рядов равно количеству каналов выходного изображения. А длина каждого ряда будет равна k умножить на k умножить на c. А для изображений, соответственно, высота столбца будет k умножить на k умножить на c, а ширина равна n. И n это значение зависит от настроек, собственно, операции свертки. И в целом n равно количеству позиций плавающего окна для входного изображения. То есть сколько раз бы у нас вот плавающее окно перемещалось по входному изображению, если бы мы выполняли операцию свертки в лоб. То есть, если в начале веса были четырехмерной матрицы размера D на K на K на C, то после преобразования это будет двухмерная матрица размера D, запятая K умножить на K умножить на C. Для входных изображений или мы их называем активацией, это сначала была трехмерная матрица Х на V на C, то после преобразования in to call это будет двухмерная матрица K умножить на K умножить на C на N. Когда мы выполним операцию скалярного произведения матриц, то в силу свойств матричного умножения на выходе получим двухмерную матрицу D на N. То есть вот результатом будет двухмерная матрица D на N. Затем мы можем преобразовать ее обратно в трехмерную матрицу х на v на d с помощью метода callToIn. Здесь я поставил звездочку, потому что размер матрицы может быть другим в зависимости от настроек операции свертки. То есть если бы у нас, скажем, у свертки stride был равен 2, то у нас бы здесь было в два раза меньше х и v. Если попробовать пояснить, что вообще здесь происходит, то вот тут каждый столбец содержит сразу все данные для вычисления конкретного пикселя выходной матрицы. То есть как бы все сложения и умножения, которые потребуются для вычисления одного какого-то конкретного пикселя. И данный метод вообще очень широко используется при реализации нейронных сетей как на аппаратном, так и на программном уровне. Он дает тем больше преимуществ, чем больше каналов в выходном изображении, как входном, и что у нас вообще размер изображения должен быть большим. Но главный минус метода, что он требует больше памяти для своей работы, так как у нас вот эта матрица после преобразования будет больше, чем собственно изначальная трехмерная матрица. Еще можно отметить, что для вычисления свертки сразу для нескольких изображений, то есть для батча изображений, можно добавить изображение вот сюда в ряд по горизонтали. И опять-таки вышел результат сразу для кучи изображений всего за одну операцию матричного умножения. Ну, соответственно, это позитивно скажется на скорости при параллельной реализации вот этих, скажем, операций. И, наконец, рассмотрим еще один метод для увеличения скорости вычисления операции свертки. Этот метод основан на трансформации шмеля винограда. Основная идея этого метода считать сразу несколько выходных пикселей за раз вместо их расчета по отдельности. Это дает возможность сократить количество умножений в несколько раз. Например, для случая, когда мы за один раз считаем блок 2 на 2 пикселя, и ядро свертки у нас 3 на 3, то есть мы хотим рассчитать 1, 2, 3, 4 пикселя с ядром свертки 3 на 3, то мы бы вот в обычном случае здесь бы, как бы переместили наше окно. 4 раза, выполнили операцию свертки, каждая операция свертки у нас содержит, собственно, 9 умножений, то есть за 4 раза у нас бы получилось 36 умножений. В методе же винограда для расчета такой же матрицы нам потребуется всего 16 умножений. И это даст нам выигрыш по умножениям, то есть 36 делим на 16, получаем 2.25 раза. Но тут все не так просто. Выигрыш будет без учета необходимых преобразований. То есть на самом деле этот выигрыш будет всегда меньше. Чтобы использовать этот метод, то есть вот все изображения разбивают на блоки 2 на 2 и считают свертку по методу винограда для каждого такого блока отдельно. То есть мы берем, извлекаем вот этот блок 2 на 2 вместе с ободком 1 пиксель, то есть 2D матрица у нас получается 4 на 4, то есть всего у нее 16 значений. Ее домножают на константную матрицу B транспонированная спереди и просто B сзади. Вот эта формула, собственно, показана на слайде. D это здесь вот эта матрица 4 на 4 это можно на самом деле представить просто как одно арифметическое выражение, если мы распишем это матричное умножение поэлементно. Эта матрица B, она константно фиксирована для заданных настроек, собственно, свертки. То же самое у нас делается для весов, но с немного другой матрицей G и G транспонированы. Поскольку веса у нас здесь известны на этапе инференса, то это можно сделать заранее для всех весов и хранить веса уже в преобразованном, так скажем, виде. То есть нам не нужно хранить начальные веса, мы сразу преобразовали по формуле и храним уже как есть. И после применения вот этой, этого преобразования у нас матрица 3 на 3 превратится в матрицу на самом деле 4 на 4. Затем полученная матрица для активации и полученная матрица для весов по поэлементно перемножается. И это, собственно, вот и есть те 16 умножений одиночных, которые нам надо выполнить для расчета, собственно, результата. Вот откуда берутся, собственно, вот эти 16 умножений. И вот это то, что мы получили, это еще не конечный ответ. Чтобы получить вот этот окончательный ответ, необходимо результирующую матрицу 4 на 4 домножить спереди на константную матрицу А транспонированной и сзади на А. И вот, вот эта формула. И по результату получится матрица 2 на 2, которая и будет ответом. То есть мы сразу можем ее подставить сюда. То есть и она будет как бы представлять собой результат выполнения сразу четырех сверток, если бы мы считали их по отдельности. На слайде справа показано, как выглядят, собственно, матрицы B, G и A. Для заданных настроек свертки винограда. Это когда мы считаем блок 2 на 2 с ядром 3 на 3. То есть эти матрицы на самом деле можно рассчитать один раз для разных настроек. Для этого, собственно, есть там и код в интернете лежит, и математика, в принципе, вся готова. То есть для разных блоков это можно сделать эти матрицы предрассчитать. Ну, соответственно, поменяются размеры этих матриц и содержимые. Но схема алгоритма, то есть, которая проведена здесь, останется абсолютно точно такой же. На практике же чаще применяют блоки 4 на 4. С обычным алгоритмом свертки ее надо выполнить, получается, 16 раз, чтобы посчитать блок 4 на 4. То есть всего нам потребуется выполнить 144 умножения. А в случае метода винограда нам потребуется выполнить всего 36 умножений. То есть выигрыш по количеству умножений составит 4 раза. Но к минусам алгоритма можно отнести необходимость отдельных блоков для выполнения преобразования изображений и результата, собственно, в другое представление. И с ростом размера блока растет сложность вот этой функции преобразования, поэтому вообще редко встречаются версии алгоритма, где блок больше, чем 4 на 4. Также эффективность этого алгоритма падает, если сами входные изображения малы или мало число входных или выходных каналов. Ну, на данный момент мы рассмотрели все перечисленные методы оптимизации. Само собой это не полный список, он постоянно дополняется. Ну, здесь я привел просто наиболее базовые оптимизации, с которыми чаще всего встречаются разработчики аппаратных каких-то реализаций на практике. И в заключение хочу показать слайд с потреблением энергии для различных операций для технологического процесса 45 нанометров. Как можно здесь увидеть, 8-битное умножение где-то в 6-7 раз более затратно, чем 8-битное сложение. А 32-битное умножение с плавающей точкой. Вот оно. 18 раз более затратно, чем 8-битное умножение с фиксированной точкой. Все, что связано вообще с чтением и с памяти, есть, но ну, просто очень много энергии, особенно если это чтение из дира. Поэтому в идеале обращаться к памяти нужно как можно реже, то есть лучше использовать фикс точку, а где можно избавиться от умножений за счет сложений, то есть обязательно делать все вот эти оптимизации. А на этом на сегодня у меня все.